На самом деле и меня, и его подушивают. Вот сибелка, я встаю, вот так, ну, вот пячусь, у него захватывается на шею, и вот я сейчас просто просто крепко держал, и его душит. Типа. Если крепко взяли, то уже не стоит это делать. А, не стоит, да? Нет, конечно. Все, закончили. Все это нужно делать, пока только-только захват взяли. Даже еще не взяли, но вы уже начали превентивно вставать. Закрепится, все, уже бесполезно так вставать, даже опасно. Если сейчас хорошо закрепился, допустим, сидбелл, и вы встали, и вот в этом положении, вот наверху, да, и он не сползает, потеряет его все. Поедем раскачивать. Положение так же, перейдем по правой. Так, закрепите, хорошо, сразу же поворачивайся. Не ждем, да, если он возьмет хороший, да, все, ну, уже не полезно. Только пока он тянется. Замедленные съемки. Его ближе рука. Давай, давай.
движения, нет? А? Как будто какие-то резкие движения, нет? Слишком сильно берешь, чего у тебя вот эти первые движения? Я сильно беру. Почему? Сразу. Ага. У нас голову надо тягучее. Ну да. Сейчас ты. У него когда одни движения получается. У него? У тебя. У вас не тяжелее. У меня пока не легче. Сделай это мощное движение. У тебя движение сейчас с головы. У меня лопал огромный. Слава! Это полностью отдаваться уже движение. Ладно, ты слушай. Давай. Не спорь для себя, ты для спорта. Так, что первый рапай бомб. Ладно, закончили. Давайте сейчас свободно поработаем, так же, как и на всех тренировках. Начинаем с глухой защиты. Глухая защита. Это не здесь, да? Такое движение сразу подбивается. Да? Либо рукой, либо ногой. Когда у вас локти здесь, это очень легко пробивается сюда. Поэтому вот здесь. Я вот сюда. Да, и голову ставлю, да, и отсюда начинаю работать. Но не режим пассивный, да, а сразу же начинаю работать с руками. Вот, как только я их почувствовал, да, я сразу их начинаю хватать и начинаю уходить. Что, начинаешь? Да. А верхнюю спину забрать? А верхнюю спину забрать. Стой, ты нашел, хорошо. Нет, еще не так. Да. Один номер работает? Да, да, один. Глухая оборона. Да. Давайте. Да, да, вот. Да, начинаем с глухой. Ты же держал левой рукой его руку? Я держал. А, ты держал? Это другое дело. Второй номер. Понял? Слышишь? Я посмотрю, я выдержу и вставлю столик. Если там ракурс хороший. Давай. Все, гард восстановили, все. Значит, нижний выиграл. Я ушел, да? О-о-о!
меня этим оружием и гаснешь. Закончили? Если дали вверх к нему сомкнуть руки, все, уже мы получается не половину поиграли. Боремся на руках. На каждом этапе. Ты попробуй поменьше включаться. Да, совершенно. Мы же пашем. Отсюда мне нужно заглушить гораздо проще, да? Потому что я как бы его здесь. Потому что он лежит, когда он здесь лежит, получается он лежит не очень долго в положении. Цепляюсь и локоть. Локоть сюда. Одна из его защит, это будет вставать на меня. Одной ногой я держу его, а свободную пропихиваю сюда и делаю вверх. Да, теперь важно не упустить эту руку. Да. Если есть возможность, если ноги позволяют, закрывайте треугольник. Если нет, то закрывайте так, чтобы та нога, которая держала руку, она была снизу. И желательно опуститься на ту сторону, с которой стороны зажата нога. Рука. Я подушку вот сюда. Я не пробовал ногу. Руку мысль убрал. Взяли, двинули, набрали. Итак, вот тут за меньше секунду вопрос. А сейчас через, вот до этого ты сейчас через левое плечо как бы вращался, да, и все его тело вот так через верх переворачивалось. Он может по-разному. То есть ты, если через правое плечо туда будешь как бы себя переворачивать, то же самое, сюда? Да, или хуже?
Нет, можно, конечно, и так, но все-таки я хочу постоянно давить. Либо сам перевернется, либо, если уж мне совсем никак не звучит отсюда, то я беру две руки на одну. Делаю вот такую четверку. Видишь? Вот. Так у меня создается более мощная конструкция для продвения. Начинаю душить. Это было на прошлой тренировке, поэтому на меня. Мне нужно это фиксировать. Немедленно, да, остановить. Поэтому я просовываю. Беру также четверку. Да? Почему я беру именно четверку, а не просто сидел? Да? Мне нужно поднимать. Нет, да, мне нужно сделать вот это, чтобы он встал. Почему? Отделение, да, отличная позиция. Я не кувыркаюсь, а просто сажусь и начинаю его затягивать все эти мощные конструкции, да, и на вытянутых руках. А вот я здесь прижал, я иду сюда. И верхняя нога у меня на готове на случай, если он будет резко кувыркаться. Вытаскиваю. Смотри, даже Виталик на меня закрыл другой. Виталика ноги с тебя разнял. Виталика ноги. Понятно сейчас? Да. Да. Да, то есть. Резать на кровати. Взяли четверку. Подломали. Лежали голова в голове. Обязательно голова в голове. Без этого все разводно, ничего не получится. Лежали.
я просто сажусь на задницу и тяну его сюда, пока есть. Если он может просто резко кувыркнуться вперед. Да. Да, я просто. Очень низко он, Кирилл. Самое главное, это голова в голове оставаться. Он сейчас уходит. Если он лежит без пляса на животе, то он лежит. Надо взял, вот смотри, видишь, Женя взял голову в голове. Ну вот так оставаться. Вот это самое главное мысль, которая вообще. Видишь? Вот, видишь, как он прыгает. А чем бы делать ситуацию? Будь как человек. У меня плечо больно так и стало. Тебе больно именно? Да, из этого плохая. Сейчас тяжело. Ты мой дом. Я бы думал, ты мне помогаешь. Наоборот. Не, ты у меня плечо прогибаешь, я из-за этого плохой. Ага. Слушай, Верчу запор. Хочу. Ну, блядь, я покажу. Отсюда также можно угрожать кучком. Все так же можно угрожать рычагом, да, но не забывайте, что все равно ваша цель всегда номер один, это стена.
делаем плеча локтя, мы делаем так, чтобы не закрываем сверху вот это. Делаем так. Наша задача, чтобы бедра не сжимать. Параллельно. Да. Давай, наверное, я покажу. Я делаю ножницами. А бедра сдавливаешь еще при этом? Да, 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 да. Ягодицы и таза. Если не получается, да, вы можете попробовать сделать вот это движение. Но это только если снизу. Да, то есть если мы сверху так делать, то вот так, скорее всего, не получится. Вот отсюда вообще шикарно. Его естественная реакция это будет опять же подниматься на меня. Да. Помню, да? Наша основная задача взять спину. Сухой. Да, да, сухой. Добрали. И колено. Колено вниз, шину сюда. Потом можете его немножко убрать. Но сначала, когда вы отводите, вы используете вот такой принцип можно. Либо он кувыркается, либо он убирает руку вот сюда. И из этого положения мне проще добрать спину. Точнее не спину, а примитивно распять. Но я оказываюсь вот в этом положении, с которого мне не сделать ни рычаг, ни даже если он пойдет на меня, я потеряю руку, когда буду брать спину. Поэтому из этого положения мы возвращаем его руку опять в эту ногу. И отсюда уже можете попробовать сделать. Ох, да. Рычаг. Вот. Крестик. Крестик. И сжимаем бедро. И отсюда делаем. Либо он встает у меня. И также избираем спину. Рукой. Это 10-й планет, как учился? Да, конечно. А то еще нет. Я вот просто делаю, не трактор, не знаю. Какой-то трактор возьмешь за трактор. Ну, трактор здесь сегодня нет. Я вас сейчас не повторю. Не, у них же верёвка. Через расстояние будет трактор. Через ты пошел со стрельбой с этой планеты. Не знаю, ты не знаешь, как технологии. Глубокий лом. Что делаем? Давай. Ну как бы не было противно, Саня, попробуй хотя бы пару раз сделать. Я вот, чтобы знать вообще, что как тебя будут побежать на соревнованиях. Он на себе раньше сказал. Да ты что, ты в Москву поедешь? Поехали в Москву? Мы собираемся. Дорого? Что дорого? Да, я у тебя видел, я у тебя видел, у тебя полляма на счету было. У тебя денег дохуя. Такси можешь до Москвы заказать. Ты админ, Саня, в канале, в перспективном. Да, кстати. Чего неправильно? Да, наверное, соберите. Саня, попробуй хотя бы сделать. А, кстати, я не забыл. Вы понимаете, короче, вот Этезову Гоша написал. Да, прям, да. Вот, не, Этезову, да. Гоша написал, что начиная футболов, можно заниматься в какой-то арабский клуб, и они полностью оплачивают просто на себе. Ой, на себе, на джигу. И вот сейчас нахуй живут, говорят, ладно, это за счет 30 миллионов. Что там оплачиваешь? Давай ты меня возьмешь. Делай, Саня, делай. А че вы? Серега, Кирилл, че вы? Много людей, там можно похудеть. Ты думаешь, ты знаешь, да, что мозг исходит от 30% калорий? Там есть карта, где она? Так я не только. Там есть карта, где она? Сань, не торопись, не торопись. Нет, попробуй. Прости. Чуть-чуть разверни сюда. Вот эта нога нихуя не держит. Ты держи его. У него была одна вот здесь остается. Ножницы. А то вниз иди. Вот. Да, да. Я просто ощущаю, что там точка опоры не очень. Подожди, да ты руку дальше раскачал. Аккуратно, подожди. Отведи. Остановись. Чуть-чуть сожми. Чуть-чуть на спине, а мы делаем это каждый день. Не, ножницы на самом деле самое есть. Стой, стой. Вот эту ногу наверх. Давай. Но ты
А потом попробуй мою методику. Бери. Бери руку. Давай. Попробуй еще раз. Вот у нас. Здесь я перебираю. Я перебираю. Здесь ловлю. Давай. Пах! Можно уходить. А попробуй, как я сделал. Вот ты одну руку держишь. Да, теперь ты на кончике. Не, мне не нравится. Как будто здесь у него много собак. Да, а у меня было плотнее как-то, у меня рука повыше была. Вот Саня зажал вот тут. То есть он не мог ее вращать. Ногу на весу, чуть-чуть приподними. И теперь... Ну, это крика ножа. Нет, ну, он вот так делал. Ноги слишком длинные. Он вот так делал. Да не, ну не нравится. Да, не слишком. Сыха, охуенно. Полностью, да, и так нравится. Тут трудно, да? Получается, вот это я, да, зажал, Саня, или вот это? Так, рука как на яйца, чуть-чуть сколько? Да. Законтролировать. Ну, законтролировал, а даешь по тазам. Хорош, хорош, тазом, блядь, не давай. Пошло. Сильно-то не давай. Ладно, давайте это... На этом все, только... Не можем еще мало, делать. Макс сейчас показал, она комплит это положение. Я сейчас там что-то... Давайте. Ты покажешь, я? Не-не-не. То же самое, вот, взяли руку. Просто сюда вперед в голове ушли, и вот она контр. Можно было, да? Я вообще был. Ну, а так просто? Ну да, просто, ну, руку контролируете. Ну, просто у Макса шорты с этим самым, с чешуей. Че, попробуем? Да, давайте. Покажи еще раз. Там он просто смещается и... Просто проводишь, там уходишь, на руку держишь. Покажи еще. Да, Макс покажи. Вот, да. Руку эту заправляете сюда, там, до самого конца. Потому что он тут защищаться не сможет. Рука в рот замок закрыли. Слушайте. Свободной рукой можешь опираться? А если может, ты в другую сторону крутись. Перекрутился, еще перекрутился. И все. Я пришел за посадку.
Ты да, все выбрал? Да, я сам. Прям плечо туда засал. Вот ты, допустим, руку выставляешь. Можешь руку выставлять. Можно же и сюда. Вот, кстати, я так и упал. Потому что была и хотел переворачивать. Да, там можно защитить. Прощальная какая-то, слышь, вечеринка здесь будет, борьба в плавках. Что за прощальная вечеринка? А давайте устроим. Чисто голым, да, хочешь? А что за прощальная вечеринка? Мы переезжаем. А мы же, Виталик, мы можем, Виталик, мы же можем масле побороться. Куда? На Осажном. Не слышно. На Фрунзенской. На Фрунзенскую? Да, там новый зал, Успорт. Успорт, Слава Казан. Я знаю, что его слава за это, не знаю. Все в воле очень просто. А с какой тренировки? Сейчас. На Кульминской, где это? Короче, там. А, так это самое, это они. Я понял, что это мужчина. Я тебе позвоню. Хорошо. Хорошо, это мужчина. Там он государственный, получается. Ну я не знаю, там они, ребята, сегодня хороший ремонт делают, так модненько стили. Что давай? Ну это по больнице все считают. Не, я первый не буду. Давай мы с тобой первый. Интересно. Все, поехали. Сталик нахуй сломает. Конечно, я же. Чего, Лера, кстати? А, на ужин?
Там стоят читерства.
Никто не дышит, и ты не дыши. А вот почему до нас кислород не доходит? Он все там усваивает. Все, сосал. Валера нету. Давайте бонус. Да, руки сюда.
Thank you.
После всех поражений я смотрел на себя в зеркало, на панцире, понимаю. Я не жертва, я вам. Да, да. Всем, то, все, что я сдавался, это все отметается. Главное отражение в зеркале. Ага. Ну, вот а ты умеешь, как ты себя видишь в зеркале? Если ты себя видишь в зеркале, то такой вообще такой халк тоже. Халк, он же жаба. Чего? Кто? Халк? Халк. Он же жаба, человек. Жаба? А, же тролль! Там не было. Я. Вот я. Да, там шарайки не хватит. Хорошо. Показать, что работает. Я не кукло показываю.
Это не пик, это подсечки. Я не больно не люблю с тобой же сюда. Колено ты меня спутаешь. Опа! Ой-ой-ой! Я поебался. Парни, еще две. Давайте чуть побольше локтей, чтобы все боролись вот так. Там свободный зал, если живут. Если ты хочешь подышать. Если туда выйти, то обратно пройдем. Что, начали? Да нет. Ну, хотите начать? Не-не. Еще в принципе не хотим. Пару складок, как точно. Thank you.
даже если я развернулся, то даже если я бог встаю, все равно будет у тебя хорошая батарея. Почти на газ делают заниженные сидители. А второй интернет очень явный. Да. Когда мы далеко, я прям вижу вот это свое такое движение. Вместо трота, когда мы делаем, где вот это пытаешься, да. Вот и вот этот прыжок, типа, его ну, видно. Иногда ты меня ловишь, когда я как-то сидел, когда я лежу, типа я вспомнил мысль, что там вот так. О, урод, вот этот лежачок, на лежачке, да? Я тянусь, они прям падают. Реально очень длинное движение. Головой к голове его прижимайся, надо взломать эту рамку. Возьми руки в замок. Почему? Головой к голове. Почему не мне? Я не вообще никому. Вот, вот. Уважай, дави цель. Так голову в пол. Правой коленью убрись в живот. Давай.
Thank you.
Чё, блин, загрустили, блин, а? Команды грустить не было, блин. Я тут хожу, как ты веселю, понимаешь? Все, парни, пока. Ничего страшного там нет. Что, оно зимой будет? Что? Город. Или вообще в декабре. Город в декабре. По идее, вот, Томка наметил соревнования, вот это стало. Там и ты по ним, по идее, должна проходить. Ты курс тебе скинуть? Прожди, ну правда, восьмого. Вот скинуть скину. Ну что здесь как? Ну вот смотри, чемпионат города. Сентябрь. Вот. Ну здесь ты не пойдешь бороться на 24. Вот, вот спортивный. Пока да. Дальше Москва, чемпионат России. Не знаю. Если отберешься, значит поедешь. Это что? Москва. Это рукопашка? Это рукопашка. Дальше вот, смотри, декабрь. Чемпионат Санкт-Петербурга.
студент. А кто же не студент? А если бы я в колледже училась? Нет, ты не студент. Там высшее учебное заведение. Только высшее. Ты без высших у нас. Ну смотри, у тебя еще это самое, как вот, Дмитрий Донской? Это то, что было в прошлом году. Нет. Панкратион это. Это Панкратион? Ой, не Дмитрий Донской, Александр Невский. Дмитрий Донской, ну, весной обычно. Александр Невский. Вот на Александре Невском ты можешь пробиться. Там ты выберешь, как его, с ударами в голову или без ударов в голову. Хорошо, значит, с ударами в голову. Давай соперницы не будет. Нет, почему были? В том году были. Были? В ее веса были, две девки дрались, да? На этом самом, на Александра Невского. На Александра Невского две девчонки дрались. Да. Да? Это был встреча? А? Панкратион Александра Невского. Да. Осенью. Помни, да. Две девчонки дрались и по фулу контакту. По фулу. А, по фулу. Да, по фулу дрались. По фулу я вообще не слышу. Ну так вот, я по фулу смотрел, две девчонки дрались. Хорошо. Так что у тебя будут там конкуренты. Вот. Но во Владивосток ты, конечно, не поедешь. А что там? Это Кубок России, туда и не пустят. Да, туда не пустят. А что надо, чтобы пустить? Город? Россия. Россия. Ну, хотя бы 35. Вот. Точно? Или город? На городе тоже, наверное? Нет, на городе тоже отбор на этот самый. Наверное. А вот у пацанов, да. Ну, его нужно прям выиграть тогда. Первый стать. О, а Лондон кухня у нас. Ты поедешь с нами, да? Да. Это боевуха. Всероссийский турнир по боевому самбо. Ну да, конечно. 100%. Да, Макс, ты же в Лондон поедешь? Куда? В Лондон кухня. Когда? Что это, соревнования или споряги? Октябрь. Ну, всероссийский турнир. Как ты думаешь? А что это за спорт? Боевуха. Что-то можно. Ну, я вам точно скажу, что позже, но так-то вообще пока да. Димасик поедет, да. А там у них эти перчатки вообще? Прям как вы думаете. Это уже через неделю после... Так и у девочек по боевухе. У девочек по боевухе такие же перчатки. У тебя это будет жестко. А у тебя? Я думаю. Почему? Я по боевухе... Нет, я же говорю, я на... Акцент на рукопашку. А, да? Да, в этом плане. Ну, он на Балтике не будет. Ну, потому что... Не будешь? А, нет, я же сказал, что... Это самое будет. Не, рановато ему чуть-чуть, на будущий год. А почему рановато? Ну, потому что я по борьбе, вообще не увожу. Ну, хотя бы борцов... Нет, в Лондон Покхе можно, в Лондон Покхе можно поехать подраться. Там слабенький, что ли? Ну, не слабенький, но у нас город-то такой нормальный. Ну вот, помните, я был вот тогда на боевухе тогда? Ну. Это был сильный город? Ну как тебе вообще? Ты на городе был? Я не на городе был, я был. Ну... Ты же был на этом самом? Как ну, на февральский. Там. Ну, да. Это самое, до КМС. Да, ну так и сейчас что? А, для разведников в КМС. Нет, здесь и мастера будут. А, здесь полгода можно? Да. Это Дмитрий Донской, а это Кубок Балтики. Кубок Балтики, да. Это не Дмитрий Донской. Что это другое? Это...